товарищ Белкин. Клавдий Васильевич. Здравствуйте. Зачем вы выключили радио? Я скажу так. Один интересный шатен исключительно влюблен в одну интересную девушку. Какую девушку? В отношении девушки не скрою, товарищ Белкина. Девушка — это вы. А шатен? Шатен, товарищ Белкина, пожелал остаться неизвестно. Спокойненько, разговор еще не окончен. Что еще? Еще то, что шатен мечтает, чтобы вы с ним расписались. Гараж? Да, пожалуйста, есть машина. Адрес. Сейчас высылаю. Номер 7916. А что передать шатену? А шатену передайте, что я люблю блондинов. Ой, товарищ Белкина, я знаю этих блондинов. Эти блондины Петька Говорков. Клавдия Васильевна, товарищ Белкина, разговор еще далеко не окончен. Шатен предлагает вам отдельную комнату в малонаселенной квартире, личный телефон в коридоре, центральное отопление, ванну, где можно белье стирать. Ну и стирайте. У вас нет сердца, товарищ Белкина. Между прочим, вы напрасно ждете, поскольку ваши блондины все равно не приедут. А ваше-то какое дело? Значит, мы только знакомы? Мы только знакомы. Как странно. А Лизаиды, помните, когда мне сказать? Билета. Билета. Это из Фауста, что? А вы князь Игорь тоже знаете? Запомните, юноша, нет такой оперы, которую бы я не знал наизусть. Это что, ваша? Такси, будь оно проклято. Так вы шофер, я думал, вы музыкант. Будешь тут музыкантом. А вам куда ехать? Да мне недалеко, я тут на двух трамваях доеду. Садитесь, я вас даром довезу, как любители музыки. Я, имейте в виду, юноша, не люблю благотворительность. У меня есть 5 рублей, будем ехать, пока они не кончатся. А потом я на трамвай заеду. Ну что ж, юноша, давайте познакомимся. Моя фамилия Македонский, Василий Фомич. А моя фамилия Говорков. Знаете, очень приятно познакомиться с таким любителем. Надо, юноша, думать, прежде чем говорить. Я, милый мой, не любитель. Я артист. Все, дорогой мой юноша, зависит от того, какой любитель. Есть любители-дилетанты. Такой за всю свою жизнь ни одной ноты не взял. Обо всем они судят, все не знают. Ах, пианиссимо, ах, фортиссимо, ах, Верди, ах, Чайковский. А пойди поскрепи такого любителя, ни черта не смыслит. Нет, дорогой мой юноша, я не любитель из публики. Я 30 лет пел на оперной сцене тенором.
меня Собинов боялся. Ах ты, боже мой, я первый раз в жизни разговариваю с настоящим оперным артистом. Я помню, когда я в 1901 году первый раз пел Альфреда, у меня была замечательная Вионетта. У нас замечательно получался этот дуэт. Да, я вот сейчас сижу и думаю, как мог этот болван Карабасов Борис Цветком открыть «Ля бемоль»? О, скоро ли Карбель? Я, Василий Фомич, не знаю, какой звук открытый. И я, конечно, извиняюсь, какой закрытый. Но только я бы спел так. О, скоро ли, Кармен, с тобою буду вновь ты, мой восторг, мое мучение, ты озарила счастьем жизнь мою. Я буду снова в упоении, моя Кармен. Век я твой, моя Кармен. Лавочка. Клавдия Васильевна, товарищ Белкина. Если бы вы знали, Альфред Терентьевич, как вы мне надоели. Сколько вам лет, юноша? 24. Через год вы будете петь в Большом театре. В Большом театре. Напели. Да.
мой миленький идет. Ты постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться радость на тебя. И постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться радость на тебя. Ваш ёжик, спасибо, милая. Позволь наглядеться радости на тебя. И постой, постой, красавица моя, позволь наглядеться радости на тебя. Люди ждут, а он, понимаете, горло дерет. Я человек интеллигенции. Я не могу этого терпеть. Ну, Петя, смотри, на работу опоздаешь. Горе мое. И что ты, Петенька, все поешь да поешь? Ну, ладно, ладно. Раскудахтались. И спишь не вовремя, и ешь не вовремя. Горе ты мое. Ну, ладно, ладно, горе, горе. А что вы скажете, мама, если ваш сын Петр Васильевич Говорков ровно через год будет петь в Государственном ордене Ленина в Академическом театре имени Кирова? Никто тебе ордена Ленина не даст, если ты планы выполнять не будешь. Да я теперь с таким человеком учебу прохожу. Ах, мама, вы ничего не понимаете. Понятно? И так далее. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Вам. От меня. Товарищ таракан, я же вам сколько раз говорил, товарищ таракан, ну неудобно делать такие дорогие подарки. Вот ей-бог не возьми. В части подарков, Клавдия Васильевна, выражение чувств есть обязательные условия. Согласно теории сохранения личности, одеколон не роскошь, а предмет ширпотреба и культурной жизни. Смейся, паяц, над разбитой любовью. Изверг рода человеческого, петлюра. Товарищ Тараканов. Товарищ Тараканов, получите наряд. Судьба есть жизненный стимул в разрезе научных споров. Ой, какой дурак.
но я спокоен, понимая свое преимущество. Пока. Товарищ Говорков. Петь, поди сюда. Вы немножко запачкались. Дайте я вам вытру. Клава. Что Клава? Клавочка. Да? Нет машин. Клава, вы не рассердитесь, что я вас спрошу? А когда я на вас сердилась, Петя? А позавчера. Да это я не на вас, а на Тараканова. Я думал, что это вы на меня. Нет. Ну, говорите. Я давно хотел вам сказать. Нет машин. Не знаю. Все хотел и не решался. Я вас... Это не гараж. Алло, алло. Я вас... Я вам хотел сказать, что вы тут мне неправильно написали в наряде. 16-го. А нужно 17-го. Вот. Алло, алло. Что вы молчите? Черт знает, что такое. Вы просили машину? Есть машина. Ваш адрес? Сейчас высылаю. Номер 3001. Oh, please.
Почему ты тогда сразу не сказал? Я тогда боялся. А почему потом не боялся? А потом я не боялся. А теперь боишься? А теперь я не боюсь. А ты тогда боялась? Я никогда не боялся. Помнишь, когда ты только поступил к нам в гараж? Я на тебя как дуру накричала. Мы никогда не будем ссориться. Правда? Тебе не холодно? Я почему-то думал, что я никогда не женюсь. А разве ты хочешь жениться? Как? А разве я тебе не сказал? Вот спою Ленского, а потом пойдем распишемся. Какого Ленского? Евгения Онегина. Ордена Ленина в Академическом театре имени Кирова. Петь, ты с ума сошел? Ничего не сошел. Говорко! Говорко! Почему не на репетиции? А еще Онегин. Прошу вас извинения, я опоздал немного. Скорость подкачал, Василий Фомич, через 5 минут буду. Настенька. Настя, смена кончилась час тому назад, а вы в таком виде. Да вам 2 часа мыться надо. Ух, и люблю же я вас, Василий Фомич, ну прямо сил нет. Раньше вас буду. Я не способна грустить. Послушайте, где Говорков? Петька Говорков? Да, 8 часов репетиции. Отдохну, то есть между нами? Да ладно, ладно, где он? Тайна, папаша, покрытая мраком, но для вас. Ты мне, Клава, скажи прямо, ты веришь, что я буду артистом? Ну вот подожди, спою Ленского у нас в клубе, и тогда все выяснится. А главное, ты не беспокойся. Нас с тобой никто никогда не разлучит. Ах, вот вы где! Василий Фомич, 1 минуту. Не, 1 секунду. Завтра в 9 часов встретимся на балу. Что, споем?
Я люблю вас, Ольга. Василий Фомич, при публике. Друзья мои, юноша, вы присутствуете при рождении таланта. Петя! Это говорит вам старик Македонский. Запомните этот день, друзья. Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одно. Таких надо. Малым, что они нашего барабанщика украли. Почему вы не хотите репетировать в гимнастическом зале? А почему я должен репетировать в гимнастическом зале? Потому что вы нам мешаете. Мы вам мешаем, а вы нам не мешаете. Хорошая музыка, юноша, никогда никому не мешает. Так почему же вам мешает мой джаз? Потому что у вас плохой джаз. Плохой джаз? Лучше плохой джаз, под который будут танцевать широкие массы трудящихся, чем плохая опера, которую никто не будет смотреть. Иди, или что? Или я убью вас. Подождите, мы всегда это успеем сделать. Надо ему разъяснить. Дорогуша, я сам танцую. Джаз это здоровое развлечение, и глупо было против этого спорить. Но он не должен становиться на пути святого искусства. Вы слышите, юноши? Святого искусства. Что значит святого искусства? Что значит становиться на пути? А то значит, что он посредством подлых интриг забрали у нас единственного барабанщика. Костя! Сейчас же на репетицию, слышишь? Костя, сиди на месте. Костя, ну чему ты можешь здесь научиться? Подкидывать палочки? А я научу тебя музыке. Я достану тебе литавры. Я сделаю тебя великим артистом. Идите, 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 Костя. Идите, мальчик, вас там научат. Вы там хлебнете горе. Барабанщик в опере последний человек, а в джазе это король. Ходи! Костя. Если ты настоящий музыкант, сердце должно тебе подсказать, где твое место. Я буду жаловаться! Я поставлю этот вопрос в направлении клуба! Ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? В чем дело? Товарищ докур, барабанщика утащили! Что? Барабанщика утащили! Почти в марки покупаю. Знаешь, Петя, впервые. Ну, детки, давайте 16-й номер сначала. В вашем доме, в вашем доме,
Василий Фомич. Он больше не будет. Не будет. Ручаюсь, не будет. Взять его! Взять! Стыдно вам, товарищ Македонский, срывать клубную работу накануне такого важного мероприятия, как полярный бал. История нас рассудит, товарищ Бабашкин. Ну, друзья мои, искусство требует жертв. Будем репетировать завтра в 8 часов вечера. Стыдно. Стыдно, юноша, еще хотите быть певцом, артистом. Пожалуйста, уходи. Так я же ничего не говорю, Василий Фомич. Я, пожалуйста. Работаю над собой. От 5 до 6 я обедаю, от 6 до 8 работаю над собой. А потом я свободен и культурно развлекаюсь.
Я так спешил, Клавочка. Ты давно пришла? Идем скорее танцевать. Вы напрасно так торопились. Не сердись, Клава. Я не сержусь. Да если бы ты знала, как все хорошо, и как я счастлив. Даже счастлив? Очень. Ну что с тобой случилось? Ну ничего не случилось. Только я не люблю ждать. Послушай, это странно. Из пустяков ты сердишься. Ничего я не сержусь. Перестань, Клавочка. Пойдем лучше танцевать танго. Части танго Клавдия Васильевна обещали танцевать со мной. Занимайте места согласно купленным билетам. Я, Клавдия Васильевна, люблю все красивое. Вот, например, мои отсталые родители дали мне пошлое имя Федор, а я переменил его и называюсь теперь красивым заграничным именем Альфред. И от любви я требую в первую очередь красоты. Какой вы нудный, Альфред Терентьевич. Ты не танцуешь, Ленс? Чарльз Гарольдом каким-то стоит. Что с тобой? Знаешь что, Гришка, сказал бы я тебе это. Чего ты злишься? Вот черт. Я знаю, друзья мои, я сам на сцене работал 30 лет, и все эти 30 лет волновался. На сцене нужно волноваться, правильно. Василий Фомич, можно начинать. Я вам хочу сказать, друзья мои, что опера в переводе на русский язык значит труд. Татьяна, Ольга, на место. Не Начали. Прелестно здесь. Я, кажется, сегодня кого-нибудь убью. Черт тебя подери. Нет, я действительно сегодня кого-нибудь убью. Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа.
стоит младенческий собак. И не хранитель мой дубравый, я растерял твои забавы. Я люблю тебя, как одна душа. Это только любит, ты одна в моих мечтаниях, ты одно мое желание, ты мне радость и страдание. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не ослаждаю. Ни час разлуки, ни веселья шум, ни отрезвя души согретой девственным огнем любви. Скорее, скорее, Любочка, я и так опоздала. Клавдия Васильевна, будем культурно отдыхать. Я приобрел 2 билета в кино «Удар». Я иду в клуб. Клавдия Васильевна, пропадут билеты, это не культурно. Знаете что, оставьте меня в покое. Клавдия Васильевна, ну вы идите, а я быстро смотаюсь, продам билеты и тоже приду Петьку слушать.
Культурно? Стараемся, Семен Семенович. Осваиваем классическое наследство. Ты что, смерти моей хочешь? Ты что, хочешь меня позорить на весь мир, да? Василий Фомич, к вам пришли. Вы Василий Фомич? Я знаю. Завтра, юноша, завтра. Нет, я не могу завтра. Мне обязательно нужно сегодня его увидеть. Кого увидеть? Меня увидеть? Петю. Понимаете, Говоркова. Меня не пустили к нему за кулисы. Я должна его немедленно видеть, понимаете? Не понимаю, а что, случилось какое-нибудь несчастье? Хуже. Он все время писал мне письма. Мы поссорились. Но это не важно. Он мне написал сегодня, что если я не приду на спектакль, то он не будет меня больше любить. Но это тоже не важно. А что же важно? Голубушка, ну, умоляю вас. Ну, серьезно, ну, такой день. Он вернется, ваш юноша. Да не он вернется. Я хочу вернуться. Вот отлично, вот и вернетесь сегодня после спектакля. Какие интересные шляпки носила буржуазия. Ладно, ладно. Кина такие носила. Тебе чего? Известная вам Клавдия Васильевна Белкина просила вас прекратить некультурные отношения. А ну, убирайся ко всем чертям. Ноль внимания, кило презрения. И просила передать вам, чтобы вы не утруждались больше писать письма, поскольку гражданке Белкиной читать их противно. Пошел вон! Белкин на сцену! Белкин на сцену! Белкин на сцену! Скорее, скорее! Зачем вы в рукава лезете? Онегину в накидку полагается. Как, зимой? Ведь мороз. Вы меня, молодой человек, не учите. Я в Мариинском театре служил. Самого Собинова одевал. Собинова? А вы мороз. Если вы от меня не отстанете, я сейчас позову милицию. Клавдия Васильевна, я культурный человек и требую к себе культурного отношения. Боже, какой идиот! Вы так думаете? Куда, куда? Куда, куда? Куда, куда? Последние два такта повтори. Куда, куда? Куда, куда? Куда, куда? Куда? Черт, куда? Горе ты, наверное. Петенька, будь у
выпил бы чайку. А я творожку купила, хочешь? Может быть, за папиросами сбегать? Ночь, конечно, не спал. Не спал. Ну, ни капельки не спал. Отлично. Так и должно быть. Плакал? Нет, не плакал. Плохо. Курил? Курил. Одно за другое так и курил. Ну, все идет как по нотам. Я тоже, когда первый раз провалился в Харькове, так за ночь 150 штук выкурил. Простите меня, Василий Фомич. Я как дурак. Ничего не знал, что делал. Правильно, юноша, правильно. И я не знал, что я делал, когда провалился в Казань. Итак, в 5 часам утра вы решили, что жизнь кончена. Да? Было такое? Было. Ну, вот. А потом вы стали думать, эх, как хорошо было раньше. Ездил я на такси, распевал песни, знакомые меня похваливали, девушки меня влюбляли, да? Потом вдруг появился этот старый дурак Василий Фомич и все испортил. Думал так? А, вот, значит, подскользнулся и сразу в дребезги. Хорош. Да ведь трудно мне. Это самое вот трудно. А вы думаете, стать артистом легко? Батисти не проваливался. Карузо, Карузо проваливался. Да я сам проваливался 4 раза. Один Коварков не хочет проваливаться. Видите, не хочет. Да провалиться это самое легкое. То, что вам предстоит, гораздо труднее. Будут огорчения, будут обиды, жертвы. А главное, будет очень много серьезной работы. Вы подождите, ребята. Неудобно всем сразу лезть. Человек в таком состоянии. Вы говорите учиться. А работать кто будет? У меня семья на руках. Да, я об этом не подумал. Здорово, Петя. Здравствуйте. Василий Фомич. Погода сегодня. Прям весна. Здравствуйте, товарищ Говорков. Здравствуйте. Здравствуйте, Петя. Здравствуйте. Как вы высоко живете, товарищ Говорков? Прямо кошмар. Погода сегодня. Прямо весна. Жарко. Василий Фомич. Ой, Василий Фомич. Мое почтение. Здравствуйте. Как жизнь? Погода сегодня? Прямо весна. Ну что ж вы, товарищи, стоите. Пойдем. Присаживайтесь. Пойдем. Присаживайтесь. Жарите его уголок сюда. Петя, Петя, ходи. Что ж получается, товарищи? На лицо все 5 членов. Вроде как бы собрание можно считать, как бы сказать, открытым. Товарищ Малышев, не размазывай. Если, товарищи, позволите, я коротенько. Дорогие товарищи, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем, товарищи, талант. Точно. Который, товарищи, как бы сказать, находится среди нас. Правильно. Ну, товарищи, не будем играть в кошки-мышки. Слово предоставляется товарищ Лисицыной. Товарищи, от имени группы работников нашего гаража номер 87 поступило предложение послать товарища Говоркова для обучения в Государственной консерватории. Правильно, правильно. Товарищи. Товарищи! Ура! 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 Ура!
плачет. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Привет. Здравствуйте. Пришел прощаться. А все-таки жалко уходить. Жили дружно. Ничего, ты заходи к нам. Ясное дело. Слава, ты послушай. Это, знаешь, трудно сказать. Все как-то перепуталось. Я, конечно, виноват, но, по-моему, нужно просто. Если ты меня любишь, давай мириться. А если не люблю? Остались гордо мы. Или вы выходите за меня замуж, или одно из двух. Степан Степанович, вы еще не нашли Завгара в Гатчину? Нет. Я согласна. Понимаете, горло тебе. Или заходил, тебя не застал дома. Ну, как это у вас? Посел по-прежнему. Вот только тараканов ушел в другой гараж за длинным рублем. Погнался собак. Ну. А Клава Девкина, в вечерней смене сегодня? Нет. Она уже год как у нас не работает. Но, брат, ее теперь рукой не достанешь. Говоря, скоро инженером будет. А ты что, ее с тех пор так и не видел? Нет. Не видел. Клавдия Васильевна Белкина в Ленинграде не проживает.
Дорогой Петя, поздравляю тебя. От души тебя поздравляю. Спасибо, Василий Фомич. А помнишь, Петя, что я тебе говорил в первый день нашей встречи? А? Помнишь? Ты все работаешь, Клавенька. Пошла бы погуляла. Погода хорошая. Ночи глядя. Никуда, я тебя не пущу. Отцепись от меня, бабушка, я и так на 8:20 опаздываю. Ну, что придумала, а? Сегодняшнего дня ты профессиональный артист. Ты можешь волноваться, ты можешь страдать, ты можешь даже быть болен, но петь ты обязан всегда прекрасно. Ну, ну как? Счастлив, а? Да, счастлив. Но не так, как есть. Знаю, знаю. Если бы Клава была здесь, нашел о чем говорить перед выходом. Yeah.
тенор, который поет, он живет в нашей квартире. Чего? Никита Иванович, я никогда так не пел. Дорогой Петя. Я не могу. Василий Фомич, ну что вы? Что вы, Василий Фомич?
черт! Петя! Петя, поздравляю и так далее. Молодец, молодец. Ух ты! Горе мое! Ну, довольно, довольно, товарищи. Петя, идем. Ну, а теперь ты счастлив? Лава! Лава! Такси свободен? Ну, друзья мои, я вас оставляю. Вы меня извините, дела, дела. Куда же вы? Василий Фомич, голубчик. Старики не должны мешать молодым. А вы как же? А я как-нибудь на двух трамваях доберусь. Куда ехать? Прямо.